Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой вот минивэн. Это Renault Spice 4, 2005 года выпуска. Очень вместительный автомобиль. Машина сделана на базе Renault Laguna 2, Renault Alsatis. Машины идут смарт-ключи зажигания в форме карточки на две кнопки. Эти ключи самые проблемные, то есть проблемные ключи просто еще не придумали. Вы берете, ложите ключи в карман, например, деформируете его, либо ключ падает, в результате чего отходит, отламывается элемент от электронной платы ключа, и ключ перестает машину либо заводить, либо открывать дистанционно, либо изводить и открывать. Всегда на эту машину лучше иметь дубликат ключа зажигания. Это ключ хозяйский, он очень плохо работает, он машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем карточку в картоприемник, машина заводится, но владельца ключ сам по себе срабатывает через раз, именно на открытие-закрытие. И бывает, вчера человек вообще не мог завести машину, когда он вставлял карточку в картоприемник, на приборной панели лампочка, вот этого праздника, она начинает учащенно моргать быстрее, чем в нормальном режиме, как вот сейчас. Вот нормальный режим, она морг-морг, а когда проблема в карточке, то она учащенно моргает. Владелец данного автомобиля приехал к нам на Кибай для того, чтобы мы запрограммировали машину новый чип-ключ. Мы это сделали. Есть эта вот карточка на привязанных машинах. Машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем карточку в картоприемник, лампочка красная горит. Так, и машина заводится. Теперь у владельца Renault Spice 4 2005 года выпуска есть два смарт-ключа зажигания на две кнопки. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Renault, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, то можете обращаться в нашу компанию IQBuy, мы вам поможем.